Станислав – один из жителей, оказавшихся в огромной очереди в пенсионный фонд. Молодой человек недоволен, не может получить СНИЛС, который был сделан 3 недели назад. Только приехал, но сейчас я 60-й, мне сказали, надежды нету. С 1 июля по указу президента россияне получают дополнительные единовременные выплаты на детей до 16 лет. На этот раз без заявлений. Но, как выяснилось, некоторые до сих пор не получили предыдущую сумму. Самое главное требование сейчас – предварительная запись. Но многие все же приходят в порядке живой очереди. Пенсионный фонд, как и все наши органы социальной поддержки, понимает, что жители могут воспользоваться и такой мерой, как прийти и получить свои документы или сдать документы по живой очереди. Но только в случае, если есть место свободное, когда кто-то не пришел, который записывался заранее. Ведь запись плотная и таких окошек мало, отсюда и очереди. Каждое утро Наталья Вячеславовна начинается с пенсионного фонда. Теперь, чтобы люди не толпились, помогают волонтеры. Они напоминают жителям о соблюдении социальной дистанции, ведут списки и отвечают на все вопросы. Стараются, все масочки у всех есть, но если у кого-то нет, идут в аптеку. Подать заявку на получение выплаты можно до 1 октября. А пока не забывайте о дистанции и средствах защиты. Это все еще важно. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».